Всем добрый день, всех с праздником. Сегодня у нас Эвелин день. Всем здоровья, счастья и мирного неба. У нас снова дождь, поэтому я работаю в теплице. Работы не прекращаются ни на один день. Значит, огурцы также обрываю, обрезаю. Сегодня я занимаюсь перцами, я их все вершкую. Август начался. Вот сколько перцев завязалось, столько и оставляю. Сейчас я вам покажу. А все макушки, все цветы, все обрезаю. Потому что уже ночи холодные. Дело к осени. И получается, они уже не вызреют до нужного момента. Хотя бы выросли. Те, которые опылились, хотя бы выросли. Вот. Так что я вас всех поздравляю с праздником. И рассказываю, что я делаю с перцами. То же самое я делаю с баклажанами. Но не сегодня, может быть, но все равно я их все вершкую. То есть помидоры завершковали, перцы, баклажаны, огурцы пока у нас продолжают расти. Огурцы растут, вот, цветут, все хорошо у них. Листики зеленые, слава богу. Но буду обрабатывать, скажу потом чем. Взяла ножницы и все макушки обрезала. Вот оставила перцы, которые опылились. Вот этот цветок, вот, и вот он тоже не нужен здесь. Его тоже надо убрать. Это я его за листиком просто не видела. Собрали один урожай, второй, и вот третий. И на макушках уже тоже перцы вот такие маленькие оставила. Не знаю, смогут они вырасти. А те, которые цвели, все, ножницами пообрезала. Вот листик оставила. Смотрите, здесь тоже листик оставила. И все перцы я завершковала. Все убрала. Вот. Вот хожу по ним. Видите, все с цветами. Вот они, все кучками. Все цветут до макушек. Они уже не нужны. Так, вот еще пропустила. Вот смотрите, тоже опылился. Вот, не нужен. Так, здесь то же самое. Вот так, вот так. Прям серединку выщипываю у всех перцев. Листики оставляю. Вот, вот они завязались. Вот тут тоже, смотрите, завязался. А маленькие торчат, я их убираю. Но вот эти-то тоже, наверное, уже не вызреют. Вот, смотрите, какая малявка. Там-то есть, ну, их тут еще дофига. Короче, вот их все надо убрать. Убрать, убрать. Вот тут один опылился, а второй цветет. Тоже не нужен. В общем, вы, конечно, смотрите, как вам удобно, как вам нравится. А я вот так. Август начался, я все убираю. Потому что они будут дальше расти, цвести и не давать созревать вот этим, которые опылились. Они у меня опылились до макушек. Я их даже немножко разрежаю, середину всю вырезаю. Вот так. Вот здесь оборвали перцы, видите? А они вот завязались. Все остальные я удалила. Вот они валяются, все с цветами. Все пообрезала. Вот их сколько тут много. Получается, они у вас не вырастут. Они что должны? Вот пустая вот эта ветка, она тоже не нужна. Середину надо освобождать. Вот они. Вот их сколько много. И они... Я их рано еще вершковала, эти. Которые успели завязаться. Они... Завершковала их давно, я вам показывала. Они, видите, они уже налились, выросли и уже поменяли цвет. То есть они начнут уже желтеть, краснеть. А те, которые вот только-только завязались, я не знаю, как они успеют вырасти. Но все остальные, которые только-только набирают букеты, цветы и цветут, я их точно удалила. Вот они, все макушки обрезала ножницами с цветами. Так называется, завершковала. Вот так. И сегодня мне мужчина один написал, что покупал он точно такой же пакет перца сибирский карлик.
и ни одно семечко не взошло у него. Так, это под каким роликом? Под сегодняшним вышел. А, нет, про перцы, когда я показывал пакетик. Что перец сибирский карлик от агрофирмы Аэлита. Вот, он сказал, что ни один не взошел. Но я-то уже много лет сажаю из своих семян. Как-то мне попалось удачно, что у меня зашел, мне понравился. Я сажаю из своих семян. Смотрите, какой у меня тут. Забыла даже, как называется. Пламя дракона. Вот. Я его тоже давно завершковала. Очень много на нем перцев. И начали они краснеть. Но макушки все обрезаны. Все макушки завершковала. Вот так. Так что на сегодня все про перец. Что нужно сделать с перцем в начале августа? Он еще будет весь август расти. Может быть, еще и сентябрь прихватит, если будет хорошая погода. А если будет холодно, как сейчас ночь холодная, то все вот эти вот мелкие, что завязались, они развиваться не будут. Они тоже все отвалятся. А мне надо будет мыть теплицу. Я не люблю до Нового года с ними тут рассусоливаться. Поэтому я вот уже август начался. Все, хватит. Сколько выросло, столько и выросло.